За 2 года в Ульяновске должны внедрить новую транспортную модель и повысить качество пассажирских перевозок. Об этом сообщили на совещании в Северном трамвайном депо №1. Напомню, еще в прошлом году власти города обратились за помощью к московским специалистам, которые провели мониторинг транспортной системы и разработали комплексную программу реализации транспортной модели. А уже на совещании Министерства промышленности и транспорта, а также администрация города представили свой план мероприятий из 5 этапов. Сегодня мы презентуем для общественности, для губернатора план по повышению качества пассажирских перевозок. Мы запланировали в течение ближайших 2 лет провести значительные перемены в сфере пассажирского транспорта. Ключевое место в представленном плане отводится наземному электрическому транспорту. Наше предприятие является, значит, основным перевозчиком города Ульяновска в данной транспортной системе. Указана тенденция перехода к электрическому транспорту в ряде городов России, обусловлена преимуществом электрического транспорта перед автомобильным. А вот с маршрутными перевозчиками пока не удалось достичь полного соглашения. Из 16 региональных перевозчиков с изменениями согласились только 5. В часы пик невозможно уехать. Еще чаще невозможно уехать в вечернее время, позднее вечернее время. Хотя мы изучали неоднократно опыт и других регионов, и даже других стран. Поэтому я вот только маленькую толику того перечисляю, что волнует людей, и хотел бы понять, вот этот план решит нам эти проблемы? На самом совещании разгорелась жаркая дискуссия между перевозчиками, представителями общественности и городской администрации. В итоге план признан недоработанным. Теперь Министерству промышленности и транспорта предстоит его подправить и достичь полного согласия со всеми сторонами. Повторное совещание намечено на начало марта.